Вы это крысы! Мы мощь! Мы являемся львами, а вы крысы! Вы всего лишь оккупанты! Вы, государство несправедливости и нечестия! Нет в ваших сердцах даже капли милосердия! Вы убиваете женщин и детей! Они что, носили с собой ракеты? Конечно же! Конечно, Авихай! Они носили с собой ракеты! Ах, ты лжец! Ты и вся твоя армия вы лжецы! Вы все являетесь лжецами! Нет в ваших сердцах милосердия даже в мельчайшую частицу! О, потомки притеснителей и нечестивцев! Знаете же, валлахи! Валлахи и валлахи мы освободим Палестину! Валлахи, мы совершим 2 раката в благодарность Аллаху не где-либо, а в мечети Аль-Акса. Иншаллах, мы освободим Палестину и вышвырнем всех вас отсюда. И иншаллах, мы наступим своими благородными ступнями на голову последнего израильтянина. Иншаллах.